Три десятилетия на Неве просвещения. Свой юбилей отметил общеобразовательный лицей-интернат Аула Хабез имени Екатерины Хапсируковой. Среди числа гостей поздравить с днем рождения Альма-Матер пришли и многочисленные выпускники прошлых лет. Среди них побывала и Фатима Даурова. «Лицей – мой мир, моя душа – моя вселенная» – такой девиз прописан в лицейском уставе. По нему вот уже 30 лет живут его ученики и их наставники. Большой и дружный педагогический коллектив, который передает свои знания, умения и навыки молодому поколению – три десятка лет. Именно их сегодня почуют на венцах профессиональной славы. Им посвящены слова благодарности выпускников и признательности за уважаемый и достойный труд от их родителей. То, что я уже более 15 лет назад его закончила, а по сей день я вспоминаю свои лицейские годы как самые, наверное, теплые, трепетные. Безумно благодарна педагогическому коллективу. Именинников поздравили и парламентарии нашей республики. Они поблагодарили ветеранов педагогического труда и учителей за верность призванию, любовь к профессии, внимание к детям и вклад их в будущее. Нелегкий труд преподавателей был отмечен почетными грамотами Президиума Народного собрания республики и Министерства образования и науки Карачаево-Черкесии. Среди них оказалась и учитель английского языка Рита Седакова. Я хочу пожелать моему коллективу дальнейшего процветания, чтобы у нас все было хорошо, чтобы страна наша жила в мире, чтобы и у детей, и у нас, и у всего нашего народа все было хорошо. За 30 лет Хабезский лицей зарекомендовал себя одним из результативных учебных заведений в республике. Уровень образования позволяет выпускникам-лицеистам поступать в лучшие вузы страны благодаря высоким баллам по ЕГЭ. Особый вклад лицея в развитие образования Хабезского района отметил глава администрации Тимур Жужуев. Мы благодарны преподавателям за тот труд, который они делают, за тот профессионализм, которые они передают своим детям, и это является очень значимым фундаментом для наших детей, которые достойно представляют нашу республику в высших вузах страны. Особым подарком к юбилею станет строительство нового здания лицея на 254 места. Начало работ запланировано на следующий год. Фатима Даурова, Бэла Мамхягова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия.